Всем привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить американскую содовую. Первым делом в кастрюлю с толстым дном отправляем 300 граммов сахара и растапливаем его. Пока сахар растапливается, выжимаем сок из 3 лимонов. Добавляем его к растопленному сахару, вливаем немного воды и растворяем карамель в жидкости. После чего вливаем 50 мл сиропа, добавляем 100 мл воды, ломтик лимона и половину чайной ложки соды.